Передвижная поликлиника завершила путешествие по Югре. Врачи Центра профессиональной патологии вернулись в Ханты-Мансийск после долгой поездки по округу. Медики посетили отдаленные поселения Березовского, Кандинского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и других районов. В общей сложности им пришлось проехать 5000 километров, а медицинскую помощь получили 3200 югорчан. Последней точкой в маршруте мобильной бригады стал Угут в Сургутском районе. Добавлю, после отдыха медики начнут готовиться к следующей навигации. Плавполиклиника Николай Пирогов отправится в медицинский вояж в конце мая.